Я
и Аделина. Там броски, боролся и уходил домой.
Он не разговаривал на тренировках, он работал. Тут и вас, чем вы больше говорите, тем вы хуже. Христиан, ну молодец. Значит, сейчас вы будете бороться без бросков. То есть вы можете показывать заднюю подножку, но до конца не делать. То есть как бы это называется на японском языке рандори. Это игра в борьбу. То есть вы мягко берете захват, мягко заходите, как бы ими. Вот боксеры иногда стоят около зеркала. Раз, 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 раз. Так и здесь, берете захват, раз показал заднюю, он ушел, он тебе показал.